Женщина на легковом автомобиле столкнулась с водителем мотоблока на дороге Р-44 Гродно-Ружаны-Пружаны-Ивацевичи. Сообщение о ДТП поступило в службу ГАИ 16 марта в 7 часов утра. 46-летняя женщина, управляя легковым автомобилем «Сиат», на 6-м километре этой автодороги столкнулась с мотоблоком марки «Фермер», который двигался в попутном направлении. Предварительно женщина направлялась в сторону Гродно. Мужчина, управлявший этим мотоблоком, от полученных травм скончался на месте происшествия. Вопрос о том, в какой полосе кто двигался, были ли необходимо установлены на мотоблоке осветительные приборы и были ли они исправны, предстоит установить в ходе проверки. 16 марта ГАИ усиленно контролирует дорожную ситуацию. Причиной стало еще одно ДТП, произошедшее 12 марта. Пьяный водитель, управлявший автомобилем «Вольво», снес столб на улице Дубко. В первые 3 часа контроля инспекторы ГАИ зафиксировали 56 нарушений. Наиболее частые из них – это не допуск к вождению, а именно 33 случая. Также некоторые автолюбители попадались на отсутствие страховки детского автокресла и неиспользование ремня безопасности.